Харе Кришна. Я хочу представить вам новый цикл передач Кришна ТВ. Этот цикл называется «История одной фотографии». Почти 50 лет в этой стране идет проповедь сознания Кришны. За эти годы накопился большой фотоархив, и мы хотим представить некоторые архивные фотографии и на этой основе что-то рассказать об истории этого движения. Разумеется, главный источник сведений по истории этого движения уже опубликован в этой книге нашего издательства «Бхактиведанта Бук Траст», но я надеюсь что-то добавить, потому что, хоть это и толстая книга, но вошло в нее далеко не все. Вот. И в этом цикле мы постараемся поговорить о первых советских преданных Кришны, вот, и о ключевых событиях нашей истории здесь.